Александр Анатольевич, вот смотрите, какой кооператор выпустили календарь. То ли Филипп Киркоров... А нет, это Женя Белоусов, видите? На 80... Женя Белоусов, вот на 89-й год. Возьмите. Конкурент Филиппа Киркорова тоже. А-а-а. Очень хорошенький. Жень, а сколько сейчас стоит этот календарь? Ой, я вас все время путаю. А сколько сейчас стоит этот календарь? Это шутка, не обязательно. Прекратите так шутить, их не спутаешь. Они оба симпатичные, очень разные. Сейчас кто у нас будет, Женя Белоусов или Филипп Киркоров? Но ты... человеку с календариком.